Всем привет, это «Эко-новости» на ТВК. Ближайшие несколько минут вас ждут события в сфере защиты природы. Давайте узнаем новости из Красноярска, России и мира, от которых легче дышать. С сентября в Красноярском крае начали действовать новые правила для рыбаков. Поправки приняли еще в октябре прошлого года, но в силу они вступили только с 1 сентября этого года. Итак, о самих правилах. Участки, на которых раньше можно было ловить рыбу сетями, теперь перевели в категорию общего пользования. То есть рыбачить на них больше нельзя. По новым правилам у нас есть 76 участков, где можно ловить рыбу сетями и не получить штраф. В Енисейском районе 10 таких участков, в Туруханском 16, в Ивенки 18 и в Таймырском Долгананинском районе 32. Кроме того, всем рыбакам с сетями необходимо регистрировать их в Енисейском территориальном управлении Росрыболовства. Рыбаки обязаны подать соответствующее заявление ведомства на бумаге или в электронной форме. Но еще одно правило касается объема улова. Для рыбаков установили суточную норму добычи рыбы. Теперь они могут ловить не больше 10 килограммов в сутки. В России намерены серьезно бороться с курильщиками. Министерство здравоохранения планирует проработать новые правила, среди которых переход на стандартные по размеру и обезличенные упаковки. Также ведомство хочет запретить использовать ароматизаторы и красители во всех никотиносодержащих изделиях. Вообще же в последнее время в стране усиленно следят за соблюдением антитабачного закона. Например, за полгода в Красноярском крае штрафовали больше 50 жителей на сумму 500 000 рублей за курение в неположенных местах. Тем временем в сети появляется все больше жалоб из-за так называемого пассивного курения. Это когда человек вдыхает дым от рядом стоящего курильщика. В России были десятки случаев, когда жители обращались в суд из-за курящих соседей. И вот само по себе законодательство не содержит запрет курения табака на балконах квартир. Но у нас в стране существует закон по охране здоровья от воздействия табачного дыма. И в последнее время россияне все больше беспокоятся о том, может ли быть вред от сигаретного дыма с соседнего балкона или рядом стоящего человека. Так ли это? Об этом мы спросим у доктора Владимира Хиновкера. Всемирное предприятие здравоохранения считает, что число погибших от последствий пассивного курения достигает 600 тысяч человек в год. То есть вот из 7 миллиардов живущих 600 тысяч ежегодно погибает от последствий пассивного курения. Но под пассивным курением все-таки понимается курение в помещении, и когда человек находится рядом с курящим в помещении. То есть, ну, традиционная проблема. Курит человек в квартире, в комнате, рядом есть другие члены семьи, и особенно плохо, когда это дети. Если же мы говорим о том, что человек курит на улице, и рядом с ним находятся другие люди, то там, конечно, дым рассеивается очень быстро. И, как вы понимаете, есть физические формулы, которые описывают рассеивание веществ в воздухе в неограниченном объеме. И там катастрофически снижается катастрофически концентрация этих веществ при удалении там, на 2 метра по сравнению с метром там, уже в 4 раза меньше будет концентрация. России грозит мусорный коллапс. В Министерстве природы рассказали, что в 20 регионах страны в ближайшие 2-3 года может закончиться место на свалках для мусора. Красноярский край, к сожалению, вошел в этот список. В ближайшие 2-3 года мощности местных свалок исчерпают. А до 1 января 2023 года закроют полигоны, где работа пока временно разрешена. По оценкам Счетной палаты, если в 2010 году на свалки попадало около 48 миллионов тонн мусора, то к 2019 году количество отходов составило уже 65 миллионов тонн. И если не сбавить темпы, то к 2050 году объемы могут вырасти до 108 миллионов тонн мусора. Сейчас эксперты сходятся во мнении, что нужно как можно скорее ввести расширенную ответственность производителей за утилизацию мусора. А для этого власти хотят создать электронный реестр компаний, в котором будут вести учет выпущенного товара и утилизированной упаковки. Красноярск в конце списка самых грязных территорий. Наш город расположился на 43-й строчке из 66 с загрязнением 7 микрограммов на кубический метр. Это данные Российской экологической партии «Зеленый» за 23-29 августа. В оранжевую зону вошли 8 городов, а в красную – 1. И это Кострома. Сейчас на экране вы видите уровень загрязнения воздуха по данным общественников за неделю. Наиболее загрязненными районами с 30 августа по 2 сентября оказались Центральный и Железнодорожный. А самыми чистыми стали Октябрьский и Свердловский районы. На этом все. Вы смотрели «Эко-новости» на ТВК. До встречи в эфире.